Комсомольская площадь. Вот управление речного пароходства. Во всяком случае, раньше было, сейчас не знаю как. Вот там какую-то высотку поставили такую. Библиотека научная. Старинное, престаринное здание. Ну и вот вместо парка Одоса вот теперь такой храм сделали. Была знаменитая танцплощадка. Все, идем дальше. Спускаемся на набережную к утесу. Так, по знаменитой лесенке спускаемся прямо на самую набережную. Раньше здесь были ступенечки бетонные. Их каждый год восстанавливали после каждой зимы. Сейчас вот поставили гранитный, серый гранит. Очень качественно и, наверное, надолго. Вот старинное здание. Это японское представительство в Хабаровске. Опять перерывчик.